Здравствуйте, мы находимся на Мире климата 2018, и я хочу вам показать новинки по электрическим тепловым пушкам 2018-2019 сезона. Первая новинка – это подвесной тепловентилятор серии МВ. Это уникальная продукция, и в нынешнем сезоне мы представляем модель 15-киловаттной мощности. В комплекте уже идет кронштейн и пульт управления, который непосредственно подключен к тепловентилятору. Вторая новинка этого сезона – это металлокерамическая пушка ультракомпактная БКН-5. БКН-5 – это продолжение очень успешной линейки, запущенной в предыдущем сезоне БКН, которая славится своей низкой ценой и достойной производительностью. Следующая новинка – уникальная серия «Царь-пушка», которая в нынешнем сезоне – это серия мощных электрических пушек в круглом корпусе. Непосредственно «Царь-пушка» представлена в мощности 22 кВт на колесном шасси увеличенного диаметра. Уже на корпусе имеется трехфазная вилка для удобства подключения и регулировка угла наклона, чего нету у наших ближайших конкурентов. Последним хочу представить вам новую линейку в серии «Балю». Это мобильные промышленные вентиляторы, которые будут представлены в двух моделях. Первая модель – корзинчатого типа, которая обладает производительностью 8000 кубометров в час. И более мощная модель в барабанном корпусе, которая будет создавать направленный поток воздуха с производительностью 12,5 кубометров в час.